Демонтаж со скандалом в столице. Власти снесли несколько заборов, незаконно установленных жителями на улице Валя Кручей на Ботанике. Возмущенные люди пришли в притуру за объяснениями. Они говорят, что больше не чувствуют себя в безопасности. У их домов часто ходят бездомные, а прохожие бросают мусор прямо под окнами. Это вот ужасно просто прийти и разрушить то, что, во что человек вложился. Он постарался навести красиво. Чтобы... Один из жильцов сообщил, что когда он купил квартиру на первом этаже, двор был огорожен. Допустим, забор построен незаконно, но он нам нужен, чтобы оградиться от наркоманов и пьяниц, которые ходили сюда ночью. Жители дома говорят, что их ухоженные дворики выглядят намного лучше неогороженной земли. Приятно, мы следим за этой территорией. Если посмотреть, вокруг нас есть соседи, которые не огораживали, там ужасно, что творится. Мы сделали это только для того, чтобы защитить себя от воров, бездомных и уличной грязи. Зайдите ко мне во двор, и вы увидите, что у меня только цветы. В притуре ботаники утверждают, что жильцов предупредили о необходимости убрать забор еще год назад, но те не подчинились. Более того, красная линия проходит в полуметре от здания. Жильцы оградили забором 15 метров. Это земля муниципальная. У нас уже были заседания. Я объяснила жильцам, что нужно написать заявление в мэрию, попросить сдать им эту землю в аренду. А потом они представят эскиз с легко демонтируемыми заборами или истуи, чтобы улица Валя Кручей выглядела красиво и достойно. В этом году в секторе Ботаника снесли 50 заборов, незаконно установленных у жилых домов.